Савич Екатерина Артуровна. Размышления о жизни. Господь дарует нам всем жизнь, и это так прекрасно. Ее старайся так прожить, чтоб жил ты не напрасно. Твори добро ты для людей, живешь сейчас, то будь добрее, обиды все прощай. И поделись теплом скорее, добро пусть прорастает. Взрастет добро, посеет семя снова, а жизни не дает ничто, как зависть, с нею злоба. Они съедают души изнутри. На миг остановись и посмотри, взгляни, кругом красиво все, во свете. Господь, благодарю за то, что даровал мир этот, за то, что я живу, дышу, надеюсь, верю, плачу, за что свершила, что свершу, и за невзгоды, за удачу. Жизни строки посвяти, взялась я не напрасно, они мне помогают жить, их шепотом неясны, и вслух могу произносить, я жить хочу и буду жить, на зло прогнозом страшным, ведь жизнь дана всего одна, и так она прекрасна. Я буду, буду, буду жить, как день весенний ясно. Бываешь очень трудной ты, и все же так прекрасно. Да, жизнь зигзаг, то неудача, то успех. Кому подаст, кого осудит, она когда-нибудь нас всех, нас жизнь, всех-всех рассудит.